Я троих вижу. Я тоже. Что-то Руви Окей. овер плохо летит. Yes. Ну, при том, что вроде нормально отцепился, что-то походу не нормально. У меня в следующую упал чел. У меня в следующий двое, одного нокнул. Если есть пошустрее вот тут варианты. Да лучше не торопиться. Треснулись, наверное. А что за единичка стоит? Там чел подал? Там чел дабл. Еще ног. Окей. С хитами в будке. Желтый. Бля, мне надо типа убить. Под него играю. У меня они внизу будут. А, заберите, вы всех тут втроем туда пошли. Перебегает один наверх у тебя. Три хита. Лучше. Его ног. Ласт. Мне. Панцерфауст. Проблемка. Стреляет. Панцерфауста. Угу. Нет. Нет проблем. Хорошо. Прикол, если бы он сейчас... ну, как раньше было, то есть сразу можно было бы кликнуть. Он кликнул. А так он меняет панцерфауст, стоит, смотрит. Я одну тачку забрал, садка стоит. Если вот шестерки найдете, скажете, если кто-то еще лутается. У меня голографический. А 4 тебе надо? Да, взял бы, взял бы. Не знаю, мне просто все есть, вот прицел тупо. Я взял черт. Его нет на карте, да. Нам шар нужен? Да не, зачем? Вот тройку компенсер еще нужен кому-то? Блин, я сюда на грубу. Ладно. А, я тачку заруинил свою, кайф. Я дефолтную тачку не трогал. Я поехал в сторону тройки. Разруинил. Лайфхак. Руви, тут у тебя машина стоит. Да-да. Как перевернуть тачку, панги? Вы просто берете хае, кидаете и... Сотка, сотка, сотка. О, у нас в трек-стопе есть трак. Сотку забрали отсюда еще. На мопеде чел спускается. У него этот золотой, нормальный. Сейчас по дороге, скорее всего, сюда поедет. Руби. Да. Через тебя, скорее всего, поедет. Или через меня. Okay. Через меня едет. Найс. Выбил его. Один кен был, да? Угу. Ну, то есть вы по зеленой едет ставите, хотите сказать? Да, да, да. Может, закрывашку нас, им сделаем? Нас едет. Все, надо бэкать, Руби. В меня прям заезжает. Чекают. Вышли. Я забачу мэйби сейчас для себя. Не вижу, а где они? Они в домах. Один хэш. Точно. Парни, к вам, да, перекатываюсь, правильно? Тихо-тихо-тихо, дай дизбук. Он в идет. Я знаю. Два нока тут, я красный. На точно должен. Внутри? Он за. Нок тоже. Гол там был? Да.
Еще где-то со стороны синей, походу. Хотя я не уверен, что их было фул. Так. Кто там на втором? Добивайте тоже. Вам всем нужны уже. Он... Ага, Руби, это ты, блин. Это я, блин. Ну, тачка тут стоит, я не знаю. Вроде припаркованная. Но это они в ней приехали. Или ты про какую? Ну, снизу, снизу, снизу. Ну, снизу вот это вот у нас фри, двойка. Мы можем говни туда, это, да? Плюс гора. Вот так вот можем сыграть. Так, тача. Угу. Это мою ты взял, но я твою туда забираю. Блин, на самом деле тут бы шарики на эту гору, на желтую. Прям на пик. Ну да. Может бэкнуть? А, подожди, минус. Где там был шарт? Да ладно, чё ты не парься. Парни, так вышло, что походу мои машины кто-то угнал, не? Там еще одна, я сейчас не знаю, Катя тачка. Там еще одна стояла. Тут открыто все. Мирада. Угу. На инсах, ну. Машина наша? За забором у них. Да, да, да. Слева Игнат. Угу, вижу, вижу. Но его пока бессмысленно. То они тачку не будут забирать? У них тачка на желтой. Забирают, забирают. Или что? Они на ноге просто пошли. Они сейчас отсюда выйдут. А почему? Вон он, вон, видишь, они гонятся за ним. Метку видишь? Угу. Вот на метке чел, за синьки. Давай, который бежит. И вот тут вот на желтый, на желтый, на желтый. Они сейчас сюда, ну, да, выйдут. Да, вот он выйдет под нас, его убьем. Угу. А, вот они, смотри, стопнули. Они вышли, вышли с машины, да. Можем вот этого без каски, чувака. Давай, давайте раз, без каски, два. Два. А, стреляйте по-другому. Ну, тот сейчас остановился. Капец, с 10 тычек добили, это вообще адекватно? Ну, еще. Тут стоять, за пожалуйста, деревом, чел. Окей, я в пипе ничего не нашел. 180. Нет, в пятерку. У меня 26. Я на семерках. Скинешь мне, Игнат? Скинул. Чуть-чуть. Поле. Смог. Я скину сейчас свои шестерки. Дальше? Короче, я свои патроны скидываю здесь, беру семерки. А сколько тебе потом было? В будке еще есть. Метка, чел. Лег, одно хп. Зона есть, зоны нет. Все. Кайф. Да, у меня сейчас хит убило. Хорошо. Моя метка есть. Тачка. А что, вы все отпустили в ту сторону, да? Да. На синей там есть скинты. Так, тачка, бацан. Не, 40-0. На синий там опен кинты, скорее всего. Я думал, до этого он типа за... У меня чел пикает. По дороге чел на дроп бежит. Я мокнул будку, Игнат. Ты можешь? Ладно, да ёпа, мой бонок был хорош. Если можешь, да есть. Да, да, я попробую, но я не знаю. Будка? Да-да-да, он зашел в будку. Я нокнул будку. Третий этаж. У них что, зона есть там? Трёшка. У них нету зоны там. У них нету зоны, но... Блин, я хрен знаю, тут просто... Под камень, что ли? Я что поехал под камень. Так-то сразу можем по долге играть.
Ну я вот тут вот прям вообще с кайфом. Мне тут вообще никто не видит. Да тут вообще идеально. Сейчас будет прибегать, ногу то вырисать. Тут просто идеально. Может быть, но под сам камень не рано было. Типа там слева. Еще один бежит. Может быть, поднимать, но точно можете шить туда. У нас, если что, стрёжки смотрят, вот зеленые. Угу. Парни, на синие, да, на остановке. Да у нас сейчас со стороны будки типы уедут, вот их надо убить. Они выезжают. Они налево фул едут. Убегают, убегают. По синьке. Они ближе к себе едут. Они через меня, ко мне куда-то. Под ЛГ, под меня подъехали на метке. Да, одному голову. Да. Здесь аккуратнее надо прям фиксить. У меня 40 патрон. У меня еще меньше. Один направо крутил шаман. Как будто бы... Как будто бы... Будто бы он сейчас тут справа где-то выйдет. Опа, на метке бегает по дороге. До забора на зеленый будет выходить из зоны. Вот сейчас будет выбегать на зеленый. Метка, чел бежит. Его нокнули. Видно, опен метка. Да боже. Прижмись только. Чел вот здесь пикал меня, Игнат. Угу. Чего? Вообще нету ничего. Ни пятерок, ни каски. Даже каски нет. Быстро есть? Да, скинул. Все. Ну что, у вас двое справа, и у меня слева еще склад. Игнат, может на двойку заедешь, на будку? Я вот и хочу, но я не знаю, один туда не хочу ехать. Нас могли под гору поджаться уже, парни. На тройку, в теории. Я давай вдвоем. Нет, ты вы у меня каски нет. Он у вас пикает, парни, срежа. Прям у Иранга. Прям на точный. Да, двое. Хаед, метка. Один на одно хп. Я даю, у меня 4 флеш. Я взорвал. Это все? Не, там еще один. Там он левее ушел. Да, я понимаю. Слева. Я флеш дам? А, ты... Хорош. Пятерки нужны. Полутай, прям. Надо успеть. Вот и полутайте. Каска там есть? У него 35. Есть. А у второго что было? Есть пятерки там? Не знаю, вот тут он. Я не выходил смотреть. Дай пойду. Оп, он бежит метко. Ну это не молодцы, но все, на меня забейте. Один бежит, другой смотрит. Перебежал чел на зеленый. Под будкой, да. По-моему, уже есть. Сюда. А, под забором чел вот тут до сих пор сидит на двойке. Нет, будка. Их трое всего. Угу. Может лево кому-то стрелять под будку? Один пошел налево. А, они сами по опену. Угу. Обратно. Ног. Под забором. Под забором голову дал ему. Добил своего. Под забором еще дал шот. Они оба под забором? Не знаю, я одного только видел. Понял. А тут один. Не спешите, у них позиция хорошая. Да, видимо, двое под забором. Вроде как слева стрелял. Ну и зон нет.
Я камни перебиваю. Один слева, а вот этот вот 0 хп на двойке. Вот тут один. А один вот здесь. У тебя в какой-то щель пикает, что ли, ранга? Да-да-да, вот он здесь. Я не могу прострелить его. А, ну и все. Вашего вижу, кстати. Нокнул левого, остался правый. Метка. Okay. С головой. Найс. Nice. Сюда. Отличная. Хорошо, прям, да. Контент был какой-то на Мирамаре. Ну да, было прикольно. Что-то какой-то настрел реально бесконечный был. Аж пятерок не хватило бы. Да, вообще не хватало. Я, кстати, не помню, чтобы вообще в миле дрался с кем-то. Блин, прикиньте, у нас был, у нас сейчас мог бы такой страйк быть из топ-1. Ну да. Посмотрите просто последние катки. А топ-1, сколько? Топ-1, топ-2, топ-1, топ-3, топ-1. Нормально. С кайфом.